Друзья, привет! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Испечем мягкие пышные кексы на кефире. Это вариант простой быстрой выпечки к чаю на каждый день. Готовятся кексы буквально за несколько минут, не считая времени для выпекания. Получаются очень вкусные и нравятся всем. В описании под видео указано количество ингредиентов. В чашу миксера вбиваю 2 яйца, добавляю немного соли, сахар, ванильный сахар и взбиваю до пышной светлой массы и до увеличения в объеме. Если нет миксера, то такое тесто можно смело замешивать даже венчиком, будет немножко дольше. Вливаю растительное масло без запаха и кефир комнатной температуры. Буквально несколько секунд перемешиваю, муку соединяю с разрыхлителем и просеиваю в основную массу. На низкой скорости замешиваю тесто. Муку снимаю со стенок миски, чтобы все равномерно вмешалось. И вот такое вот полужидкое тесто должно получиться. По желанию в него можно добавить любой наполнитель. Изюм, орехи, курагу. У меня сегодня просто 2 яблока. Я почистила их от кожуры, от семечек и нарезаю небольшими кубиками. Добавляю в тесто и перемешиваю. Выпекаю в силиконовых формочках, я их, как правило, ничем не смазываю. Сюда выкладываю в каждую формочку по 2 столовые ложки теста. И духовка к этому времени должна быть разогрета уже на 180 градусов, потому что кексы нужно ставить в горячую духовку. Выпекаются они 25-30 минут. Вот такие вот пышные получаются, легко достаются из формочек. По желанию их можно посыпать сахарной пудрой, а можно и не посыпать ничем. Они и так сладенькие, мягкие, и внутреннее наполнение вкусное. Это яблочко придает легкую кислинку, нежную такую структуру. Посмотрите, насколько они пышные. Ну а готовиться вы видели буквально за пару минут. Надеюсь, рецепт будет вам полезен. Если так, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь с друзьями, смотрите другие мои рецепты. Буду рада всем. Желаю мира и добра. Пока!